Всем большой привет! С вами Олеся на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим вкусный завтрак – хрустящие горячие бутерброды с сыром, ветчиной и соусом бешамель с оригинальным названием «Крок Мадам». Это просто супер-классный завтрак во французском стиле. Немного позже расскажу, откуда такое интересное название. Ну а пока сохраняйте рецепт в закладке, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал и начинаем готовить горячие бутерброды. Приготовим соус бешамель. В кастрюльке растопим сливочное масло. Добавляем ложку муки и быстро перемешиваем венчиком. Поддержим масло с мукой на несильном огне примерно 1 минуту, постоянно помешивая. В несколько приемов вливаем молоко и снова непрерывно помешиваем соус, чтобы не образовывались комочки. Доводим до кипения и даем соусу немного покипеть на слабом огне. Буквально 30-60 секунд будет достаточно. Густоту соуса регулируем молоком. Если видите, что соус слишком густой, понемногу можете доливать молоко до желаемой густоты. И учитывайте, что при остывании бешамель еще сильнее загустеет. В конце добавляем горсть тертого сыра, перемешиваем, и соус готов. По вкусу приправляем солью и свежемолотым перцем. Если любите, можете приправить щепоткой тертого мускатного ореха. В сковороде растопим кусочек сливочного масла и слегка обжарим до румяности ломтик белого тостового хлеба только с одной стороны. Снимаем с огня и таким же образом обжариваем еще один ломтик хлеба, тоже только с одной стороны. На один горячий бутерброд, сэндвич, крок мадам нам понадобится 2 ломтика хлеба. А если хотите приготовить сразу много бутербродов на всю семью, смажьте хлеб сливочным маслом и подрумяньте в духовке. Вот наш хлебушек. Смазываем одну сторону, та, которая не зарумянилась, неострой дижонской горчицей. Количество горчицы по вашему вкусу. Кладем ломтики сыра, ветчину и посыпаем щедрой горстью тертого сыра. Сыр любой, который вы любите и который хорошо плавится. Смазываем горчицей второй ломтик хлеба. Накрываем наш бутерброд-сэндвич и слегка прижимаем рукой. Сверху щедро смазываем нашу крок-мадам соусом бешамель. Если соус загустел, слегка подогрейте его и немного разбавьте молоком. Духовку разогреваем до температуры 180 градусов и запекаем бутерброды до расплавления сыра и до румяности, примерно 10-15 минут. Ближе к концу запекания можно включить верхний гриль, чтобы получилась красивая золотистая корочка. Время и температуру даю ориентировочно, смотрите по вашей духовке. Пока запекается крок-мадам, поджарим глазунью для финишной подачи и расскажу пару слов о названии бутербродов. Крок мадам и крок месье – это знаменитые французские горячие бутерброды с сыром, ветчиной, соусом бешамель. Крок означает хрустеть, а месье – это господин. Вместе получается хрустящий господин. А крок мадам – хрустящая дама, соответственно. А отличительной чертой крок мадам от крок месье, простите мой французский, является яичница-глазунья, которая символизирует шляпку нашей мадам. Итак, наша крок мадам готова. Примеряем ей шляпку. И скорее, пока горячая, подаем к столу. Теперь можно расслабиться и насладиться вкусным завтраком во французском стиле с чашечкой кофе или чая. Обязательно попробуйте, друзья. Уверена, вам понравится. Спасибо вам за внимание, дорогие мои. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и сохраняйте рецепт в закладке. Ну а я прощаюсь. До новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Скоро увидимся!